Так, здравствуйте, товарищи. Доброе утро. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас, можно сказать, ключевая тема нашего курса. Коллективный договор. Коллективный договор закрытого акционерного общества «Первый контейнерный терминал» на 2011-2014 год выглядит вот так. Я о нем буду более подробно говорить. Вот. А сейчас я хочу вам сказать, что именно в это время, сейчас, в этот момент, проходит коллективный трудовой спор, неформальный. Неформальный, потому что коллективный трудовой спор оформляется юридически. А спор, по понятию, это что такое? Это неурегулированные разногласия. Вот неурегулированные разногласия могут разрешаться или в установленном законом порядке, или без нарушения установленного законом порядка. Видите разницу? То есть есть установленный такой порядок, который прописан. Но если они разрешаются, вот мы с вами поспорили и разрешили этот спор, то никакого вот нарушения закона нет. Докеры ОАУ «Морпорт СПБ» сейчас находятся в состоянии коллективных действий. Я сейчас об этом расскажу. У нас есть такой миллиардер Лисин. В разное время у него было то 17 миллиардов, то больше, то меньше. Активы колеблются в зависимости от оценки капитала, долларов. И вот в нашем морском порту у него есть несколько компаний. В частности, была первая стивидорная компания. Стивидорная – это перегрузочная. Вторая стивидорная компания. И четвертая компания. Есть еще другие компании, которые ему не принадлежат. Нева Металл, вот нынешний первый контейнерный терминал, он принадлежал одному акционеру, а сейчас это Global Ports, такая международная система. И вот в свое время были большие забастовки и в первой стивидорной компании, и во второй стивидорной компании, и в четвертой. И во время этих забастовок фонд рабочей академии по просьбе коллектива выпускал газету «Докер». Почти еженедельно выходила газета, специальный выпуск газеты «За рабочее дело» под названием «Докер». И раздавалась каждому работнику порта. То есть 2000 экземпляров в порту, остальные вы это распространяли в других местах. А руководство компании решила воевать тоже с помощью газет с докерами и делала тематические выпуски в газете «Битро» тиражом 400 тысяч экземпляров, содержащие клеветнические материалы. Ну вот, докеры совершили такую попытку. Давайте, говорит, мы заплатим, вы нам опубликуете, вы же зарплату публикуете, опубликуйте нам опровержение того, что зарплату тоже, того, что пишется про докеров. Газета «Метро» на это не пошла. Я думаю, вы, наверное, знаете, что газета «Метро» в учредителях имеет иностранные компании. Это не наша газета. Точно так же, как газета «Мой район». Там никакого района там нет. Она «Мой район» в каждом районе, а их район дальше далеко. Но это было давно. Вот сейчас значит, с того времени произошли структурные изменения. И они часто бывают, и это бывает очень сильным средством изменения соотношения сил в борьбе противоположных сторон. А именно, во всех стивидорных компаниях, по крайней мере, в первой и во второй стивидорной компании, большинство было у докеров. То есть там в основном были докеры, механизаторы и какой-то минимум обслуживающего персонала и минимум управленцев. А основная масса управленцев, связанных с этим бухгалтерия, и все службы, связанные, так сказать, с описанием работы докеров и, соответственно, с получением денег от этой работы, она была сосредоточена в красном здании порта. Это было ООО «Морпорт СПБ». И вот тогдашний руководитель, генеральный директор ООО «Морпорт СПБ» Челядин
доказывал, что вот эта вот управляющая компания, хотя она управляющая компания, никакого отношения не имеет к этим стивидорным компаниям, которыми она управляет. Этот, если будет стали доказывать, что голова не имеет никакого отношения к рукам, ногам и другим частям тела. Но тем не менее. Потом эта игра закончилась, и администрация решила эти вот две стивидорные компании влить в ООО «Морпорт СПБ». Поскольку собственник Садин, Лисин, то это не представляло никакой, так сказать, проблемы. Как только было принято такое решение, эти компании наметили слияние. Три компании ООО «Морпорт путем вхождения». То есть две стивидорные компании входят в ООО «Морпорт СПБ». При этом, поскольку докеры себе завоевали достаточно высокие условия, и они зафиксированы в коллективном договоре. Вот мы на этом остановимся, что такое коллективный договор сегодня более подробно. То докеры потребовали, как условие вхождения, из того, что они не будут против этого выступать, чтобы те условия, которые были записаны в коллективном договоре, чтобы эти условия были сохранены. Так и произошло. Договорились, что они будут сохранены. После этого, значит, две компании вошли, прошло какое-то время. Прошло какое-то время, собралась конференция коллектива, но докеры оказались в меньшинстве вот в этой теперь компании, поскольку тут административный хозяйственный персонал и прочие службы. Вот в целом они оказались в меньшинстве среди работников. Тем не менее, коллектив, зная, что докеры могут обеспечить высокий уровень там благ и гарантий, а другие никто не может обеспечить, кроме докеров, они на конференции проголосовали за то, чтобы профсоюз докеров, а это строго по закону. Конференция кому поручит вести переговоры, тот и ведет. На конференции проголосовали за то, чтобы переговоры от имени всего коллектива вел профсоюз докеров. Профсоюзная организация докеров ООО, Российского профсоюза докеров ООО «Морпорт СПБ». Ну, дальше, так сказать, администрация решила, что надо что-то оптимизировать. Как сейчас, что такое оптимизировать сейчас? Что-нибудь у вас хотят, если украсть, я сказал, не надо ли вас оптимизировать? Тут вот я все-таки присматриваю с телефона, какие, вот этот взять или этот взять. Оптимизировать, кто это взять, да? Хорошо, я уже присмотрел, теперь надо сделать незаметно, не публично. Как вы сделали оптимизацию? Они придумали. И эта придумка не новая. Это очень часто бывает. Некоторые думают, что все вот идут переговоры, и на переговоры все решается. Это все сказки для маленьких детей. На самом деле, надо сначала обеспечить перевес сил, а для этого администрация затеяла свой профсоюз. Приходите ко мне в профсоюз, а будем давать деньги. Вам легче будет, мы вам обеспечим, мы вас не уволим и так далее. Приходите, входите ко мне в профсоюз. И вот профсоюз, образовался профсоюз «Портовик», который дополнил еще один профсоюз, который по существу, так сказать, никаких таких боевых позиций не занимал. Это просто ПРВТ, с таким страшным названием ПРВТ, прямо на лечу и порву. Но это называется «Профсоюз работников водного транспорта». Так профсоюз «Портовик» набрал численность 1000 человек. Вот администрация нагнала в этот профсоюз 1000 человек. И получилось, что есть три профсоюза теперь в ООО «Морпорт СПБ». Кому? Кому? Три профсоюза. В таких случаях обычно создается единый представительный орган. Вот ЗАО «Первая стивидорная компания» ПКТ, первый контейнерный терминал ПКТ, имеется два профсоюза тоже. Один из них – Российский профсоюз докеров, второй – профсоюз работников водного транспорта. Вместе они составляют большинство численности работников, поэтому они имеют все права по представительству коллектива. И создан единый представительный орган, в котором председатель Российского профсоюза докеров, вернее, председатель правкома Российского профсоюза докеров является председателем ЕПОР, единый представительный орган работников, ЕПОР. А заместитель – это председатель правкома ПРВТ. Это работники механизации в основном. И они очень дружно работают. Председатель профсоюза докеров подписывает. Тот является заместителем председателя. И они очень успешно действуют.
А вот тут комбинация сложилась такая. Три профсоюзных организации. Три. И вот они три создали единый представительный орган. И тем самым, как бы, он уже вроде как представляет интерес работников. Хотя на конференции работники могут решить вопрос о том, чтобы представительным органом был какой-то из профсоюзов. Или вообще любой другой орган, который они могут назначить. А тут получилось, что два профсоюза, в общем-то, склонны поддерживать администрацию в этом споре по сохранению условий, которые были в коллективном договоре, а один профсоюз докеров, который настроен не только эти сохранять условия, которые есть, но и улучшать условия оплаты труда и оплаты работников. Ну вот два профсоюза составляют 66,6 или 66,6 в периоде, если говорить точно математически, процентов от представительного органа. И вроде как теперь договоренность о коллективном договоре, она ведется вот с этим представительным органом, который одну за другой сдает позиции. Но докеры, поскольку они основные работники порта, и прекрасно понимают, что кроме всяких процедурных вопросов, есть еще вопрос такой, а кто здесь вообще перегружает грузы? Давайте я буду перегружать, вы будете все записывать, как я перегружаю. Много будет людей сидеть. И решать. Но докеры как-то почему-то думают, что кто перегружает, тот и решать прежде всего должен. Вот у них такая позиция прежде всего. Почему? Потому что отстоять какие-то интересы или права могут только те, кто представляет собой основную силу в порту. А те люди, которые основную силу не представляют, от которых ничего не зависит, и которых можно в любой момент уволить, вот вы, допустим, какой-то мелкий начальник, сколько нужно времени, чтобы вас уволить? Сегодня я вам сказал, завтра не приходите на работу. Нет, завтра приходите на работу, получите трудовую книжку и расчет. И до свиданца. И счастливо вам. Так поступают с инженерно-техническими работниками. Но с рабочими так, в общем, не получится, потому что они на неопределенный срок. И в этом случае, значит, нужны какие-то основания. Основания так просто, если люди не пьют, там в порту большие бригады. Все заинтересованы в общей коллективной работе. Они сами изгоняют пьяниц там или разгильдяев. Поэтому народ там высоко квалифицированный в смысле образования. Все, большинство с высшим образованием работают. Работают они на погрузочной технике тоже новейшей. Поэтому, значит, докеры решили, раз, так сказать, вы встали на такую точку зрения и порвали все договоренности, которые были у нас, так сказать, нарушили, мы тогда, значит, приступаем к чему? К тому, что не возбраняется законом, к коллективным действиям. Какие? В ходе вот этого процесса, о котором я вам рассказывал, им администрация заменила систему оплаты труда. Система оплаты труда была повременно премиальной. А именно, вот вы получаете по тарифу, а за более быструю работу – приработок еще. И, так сказать, люди больше работают. И норма есть, и получают больше. Нет, давайте сугубо сдельную работу сделаем. Ну вот, сдельную работу. Хорошо. Значит, долго профсоюз объяснял, но там у администрации своя газета и свои средства влияния. Они собирали разных работников, объясняли, вот если вы придете на эту оплату, вам будет хорошо. Смотрите на меня. Если я вам говорю, что вам будет хорошо, вам уже будет хорошо. И вам будет хорошо. Вам тоже будет хорошо. Кто будет выступать против, тому не будет хорошо. Короче говоря, перешли на эту систему. Докеры, как люди толковые, значит, смекнули, что раз чем больше я работаю, тем больше получаю, то чем меньше я работаю, тем меньше я получаю. Правильно? Поэтому они могут не только увеличивать свою работу, но ее и, соответственно, уменьшать. В классической забастовке формулировки, которые есть в Трудовом кодексе, определяется так, что забастовка – это полное или частичное прекращение работы. Полное или частичное прекращение работы с целью достижения каких-то выполнения определенных требований, которые они выдвигают. Полное или частичное прекращение. Частично может быть так, на один час. Вот с обеда сразу не бежим на работу, отдыхаем. Или спим один час, как в пионерском лагере. Или приходим на час позже, не к 8, а к 9.
Или уходим на час раньше. Не в 24, а в 23. И так далее. Или 2 часа. Один с утра, один с вечера. Или 4 часа. Это дело забастовочного комитета. Достаточно ему, если вся процедура пройдена, а мы еще не говорили об этой процедуре, но если она вся пройдена, то забастовочный комитет, уведомив за 3 дня администрацию, может начать забастовку после приостановки. Он ее может приостановить через минуту после начала, и потом через 3 дня возобновить уже совсем в другой форме. Более мягкой или более жесткой форме. А здесь получилась такая возможность. Можно, если можно чем больше получать, чем больше работаешь, значит, можно меньше работать и меньше получать. Но поскольку разные люди, у них разные расценки, разные оплаты, поэтому они договорились, профсоюз договорился, и докеры все едино договорились и решили, что будем работать, строго соблюдая все правила техники безопасности, спешить не будем. Не будем спешить. И договорились так, не просто не будем спешить, а вот 2500 заработал в день и стоп. Ну стоп, то есть вы должны растянуть свою работу на 2500. А у вас другая оплата. Вы 3,5 получали, вот 2,5 тоже. А вы 4 получали, тоже 2,5. И все, у всех, чтобы вот эти дни, когда коллективные действия, зарабатывали бы они, но зарабатывали еще они пока не получают, естественно, это будет потом. Но они знают по нормам, сколько они получают. По расценкам. Значит, вот они по расценкам считают, и каждый зарабатывает не более 2500 в день. Ну, вам это не понять, вы за месяц получаете 1480. Но они тогда решили, давайте будем как студенты, и где-то к полутора стали приближать это дело. Ну, раз студенты в месяц, почему нам не можем в день поставить 1500? А что это означает дальше? Это означает дальше, как бы вот видели, так сказать, быстрое кино, а может медленное кино. Кино стало замедленным. Корабли, которые раньше разгружались там за одни сутки, они будут разгружаться не за одни. Если он раньше успевал уйти в морской канал, может и не успеть. Если он не успеет вовремя уйти, значит, те, кто так воюет с докерами, они, значит, соответственно, будут терпеть убытки и большие. Но докеры тоже будут терпеть убытки, но небольшие. Ну, в смысле, что они и так не сильно много получают, а, ну, они поменьше будут. И они знают, что если не будешь требовать, завтра у тебя все отнимут. И сколько не работай, ничего не заработаешь. Поэтому вот сейчас это происходит. В понедельник мне, как президенту фонда рабочей академии, позвонил председатель правкома ООО «Морпорт СПБ» товарищ Ламтадзе Анзор Зурабович. Говорит, так и так, Михаил Ильич, нам вот нужна газета «Докер», который бы описали ту ситуацию, которая у нас сложилась. И помогли бы нам, значит, побеседовать с докерами, значит, все это опубликовать, чтобы придать гласности, что у нас происходит, и чтобы было ясно, что администрация нарушила все договоренности, что действия работников справедливы. Вот в среду мы там провели, я и те, кто, мои коллеги, которые в этом участвовали, провели там целый день в портовом комитете. Мы взяли интервью у председателя, у заместителя председателя, еще у 4 докеров. 2 из них участвуют в переговорной группе, они временно освобождены, вот как я вам говорил, на период переговоров. Они освобождены от работы, с оплатой по среднему, поэтому они не в докерской одежде там были, а, так сказать, в обычной. А в обед пришли 2 докера еще, которые выступали. Ну вот, и в итоге мы взяли, так сказать, вот в номере газеты, который сегодня вышел в 6 часов утра, я прежде чем сюда приехать, съездил сначала в газетный комплекс, забрал оттуда газеты, и сегодня появилась газета «Правда труда», учредителем которой является и главным редактором товарищ Герасимов, вице-президент фонда рабочей академии, а издателем является фонд рабочей академии. И вот в этой газете «Правда труда» описано все более подробно и конкретно то, что я вам рассказываю. А поскольку это газета, которую издает фонд рабочей академии, я имею возможность вас по горячим следам познакомить с этим, чтобы вы себе представляли эти
коллективный трудовой спор не в историческом ключе. Вот в наши времена мы так. А вот сейчас он идет. Именно сейчас, и вопрос не решен. Вот как выглядит эта газета. Так, пожалуйста. Так. С портретами выступавших. Хорошо. Спасибо. Фоксу передай. Фокс – это лиса, как меня учили по-английски. Так. Владимир Ильич, вам тоже газета. Ай. Так. Вот. Значит, вы можете с ней ознакомиться и вот у нас вы будете выбирать вопросы. У нас экзамен с вами, да? Зачет? Ну, вот, может быть, такая форма. Вы можете выбрать не вопрос, а, скажем, анализ этого коллективного трудового спора по материалам этой газеты. Можете попробовать, кто хочет. То есть, как бы, к тому списку вопросов, которые я вам давал, добавляется еще один анализ, вот, так сказать, актуального, так сказать, действующего сейчас, разгоревшегося коллективного трудового спора. Может, к тому времени, когда будет у вас зачет, у нас уже и закончится это. А может быть, и нет. А может быть, приобретет еще какие-то новые. То есть там докеры вообще, да, они привыкли отстаивать свои интересы, и поэтому довольно решительно. Поэтому в какие-то формы вылиться мы еще пока не знаем. Потому что они могут перейти и к организации формальной забастовки, то есть официально оформленной. Пока они вот ограничиваются тем, что некоторое воздействие оказывают на администрацию с целью побудить ее выполнять свои обещания, которые она дала. Можно, конечно, просто приходить и говорить, вы должны выполнять свои обещания, но это не срабатывает. Значит, как это сделать, чтобы сработало? Вот у них есть такие рычаги. Вот это реальный коллективный трудовой спор. Ну вот, поскольку реальный коллективный трудовой спор этот ведется за что? За соблюдение условий, прописанных в коллективном договоре. Вот это, как говорится, то, что представляет собой тему сегодняшней лекции. Мы должны прежде всего разобраться с понятием того, что такое коллективный договор. Вот люди, не поднаторевшие в коллективных трудовых спорах, которые еще не знают, что это длинное и трудное и сложное занятие, и не всегда выигрышные, они не представляют себе этой всей сложности. Поэтому они начинают, скажем, выступать и спорить по каким-то частным вопросам. Например, работницы завода Светлана потребовали выплатить зарплату за ноябрь. И учинили по этому поводу спор. Спорили. Чтобы этот спор учинить, они собирали конференцию. На конференции они принимали требования. Требования доводили до руководства. Потом они, чтобы их поддержать это все, обращались в разные инстанции, в том числе судебные, и в этих обращениях представляли, за деньги они заказали статистики, в органах статистики, документ о том, насколько повысилась инфляция, какой она имеет уровень за последний квартал, чтобы знать, сколько у них тем самым уже изъято денег. Всякая задержка зарплаты – это изъятие денег у работников, правильно? Если я вам должен и долго не отдаю, то я ваши деньги, на самом деле, проедаю. Отдаю вам только то, что, чему я был должен. За это время они уже могут быть вырасти, если я их положил там на счет. Короче говоря, выиграли они? Выиграли. А на счету у соответствующей компании, там их много, на Светлане компании, это не единое предприятие, а на счету ноль. А работа идет так. Приехали с мешком денег, вот, сказали, вот вам деньги, сделайте. Вот как сделаете, получите деньги. Не сделаете, не получите. Вы сделали, получили. Вы сделали, тоже получили. Вы. А на счету ничего нету.
Поэтому, а со счета ничего они получить не могут. И вот они уже деньги всем раздают, уже другие получили за январь, за февраль, за декабрь. А эти, которые судились и которые конфликтовали, они ждут все за ноябрь. Ну и формально, так сказать, ну нет денег на счету и все. Можете уходить, что хотите делать. Хотя сейчас вот после того, как вот, принят новый трудовой кодекс в 2002 году, там есть такая норма, которую мало кто почему-то знает, а мало кто почему-то знает, что все хотят отстаивать свои права, защищать права. А лучше бы они не права защищали, а использовали бы данные права для решения своих проблем. Потому что есть такое право, оно записано в трудовом кодексе. Я вам говорил, что вы должны подготовиться, приобрести и прочитать трудовой кодекс и осмыслить. Мои лекции никак не могут заменить трудовой кодекс, вы понимаете, да? Вы не сошлетесь на мою лекцию, пункт такой, лекция такая. Не сошлетесь, потому что я могу вам помочь сделать этот текст запоминаемым, потому что я сам не юрист, хоть я и профессор по кафедре экономики и права, но я всякие источники эти читал, вот такие огромные там. Гражданский кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, административный кодекс. Это как лес, в который туда заходишь, и пока ты по нему идешь, тут рядом и грибы, и белки скачут, а вышел из него, и все, и забывается. Ну как можно это запомнить? Это не мысль. А потом они все время меняют. В редакции такой, в редакции такой, в редакции такой. Поэтому надо понять смысл того, что там есть, и в нужный момент набрать вот в интернете соответствующую статью и этой статьей руководствоваться. Ну, я имею в виду, что это же есть просто и кодекс есть, конечно, в интернете. Вы набрали трудовой кодекс и там скачали себе его и читайте. Вот таким образом пользуются. И как они там расставлены, эти статьи, для пользования, это абсолютно безразлично. Потому что если вы нарушили статью 20, то есть она стала 237, она все равно нарушена. Просто ссылка будет не на 20, а на 237. И все. Поэтому в этом смысле там какой логики придерживаются граждане, которые их расставляют, такое или такое, не имеет существенного значения. Это, так сказать, юридический документ. И вот в этом кодексе предусмотрено, что человек, который задерживает зарплату, кому задерживают зарплату, что должен делать? Вот вы как думаете, что должен делать человек? Вот вы поступили на работу. Поступили, все, вас приняли, вы нам подходите. А чего вы не подходите? Вы работаете. Чем? Конечно, подходит. Вы будете работать, а я буду труда вашего плоды получать. Чего плохого? Приходите ко мне. У нас как раз такая работа. И вот вы работаете, уже 3 месяца сработали, а зарплаты нет. Ваши действия. Ну, я точно больше не буду там работать. Ну и не ходите, уходите. Вы теперь тоже 3 месяца, потом вы уйдете, потом вы. У нас миллионы людей. Это отличная у меня фирма. Так работала, так работает Искрософт. Искрософт, так, никаких переговоров. Искрософт, знаете, такая фирма, сейчас меньше она. Она зазывала, вот, так сказать, как раз молодых девушек. Вам, значит, будет большая, хорошая зарплата, хорошая работа по 8 часов. Сейчас временно будете работать по 12 часов, и потом через 3 месяца, ну, будет испытание. Потом вы испытания не выдерживаете, до свидания. Следующее. А потом следующее. Что? Трудовой договор потом и заключите, когда испытания пройдете. Мы заключим с вами трудовой. Все хорошо, пока работаете. И работают люди так. Вы же когда додумались от меня уходить? Через 3 месяца. Вот мне такие люди нужны, как вы. Вы же не сразу сказали, я от вас уйду. Нет. Вы же сейчас потребовали трудовой договор. Уже поезд ушел, трудовой договор, когда я выгнал вас. Вы сразу требуете от меня трудовой договор, а вы очнулись. Ведь есть и более законный способ взять дешевую. Ведь есть и более законный способ взять, точнее вообще законный способ взять дешевую или вообще бесплатную рабочую силу. Вот, например, вы мне не рассказываете, как мне брать. Я спрашиваю, как вам действовать. А как мне действовать, я сам знаю. Как вы думаете? Я предприниматель. Это почти то же самое, что жулик. Нет, зачем вам? Можно попасть на какого-нибудь такого рабочего, который потом начнет судиться. Зачем судиться? Вот. Вы когда-нибудь ходили в суды? Я думаю, сколько этих в судах этих пересел? Ничего там хорошего нету. И шансов, что вы, если выиграете вы у меня, что будете делать? Вот вы у меня выиграли 5 тысяч, что будете делать? Выиграли вчера. Что дальше? Ждать. Что? Ждать. Ждите. Очень долго ждать. Ну как у меня получится 5 тысяч?
Или 50, все равно. Хоть 50. Что, думаете, я вам отдам? Ну, вы выиграли, что дальше? Действия ваши какие? Дать пока судебные приставы. Вот, идите к судебным приставам. Судебный пристав у меня будет письма писать. Согласен ли я добровольно отдать? А что я отвечать буду? Ничего. Или нет? Только вы хотели что-то такое сказать витиеватое, а тут какой-то грубо упрощенный. Да нет, я же интеллигент, я напишу. Да. Согласен. А деньги дал я? Нет. Нет. Трудно мне написать, что я согласен. Мне новое письмо. А что я отвечаю? Согласен ли я добровольно отдать? Согласен. А время идет. А вы уже ходите к судебному приставу. Туда-сюда, когда туда-сюда. Я думаю, пусть она походит. Она все ходит и ходит. Ну, конечно, если это не 5, а 50, то после этого вот может наступить меры. Судебный пристав. Какая мера может быть? Вот я-то законно знаю. Знаете, какая мера? Ну, как вы думаете? Вот я ему не выплачиваю 50 тысяч. Какая мера мне? Не выполняю. А вы как вообще попали-то к судебным приставам? Ну, ладно, пропустим этот момент. Я вам не выплачиваю. Налагает судебный пристав. Там такие же девушки сидят, как вы. Вот. Сидят они во дворах где-нибудь. Хотите убедиться? Вот пойдите, например, в центральный район. Там есть вот... Отпойдете от Московского вокзала по левую сторону. И потом там есть подворотня в желтом доме. Там первый двор, во второй двор. Вот в третьем дворе там домик такой. И в нем они-то как сельди в бочке. Друг на друга чуть не на голове сидят, и вокруг бумаги. И когда ты приходишь, они бумаги сдвигают, и говорят, садитесь, пожалуйста. Да я говорю, ладно, постою. И вот они налагают штраф. Какой штраф на меня наложат за то, что я вам не отдал 50 тысяч? Как вы думаете? 50%. А? Прямо может. 1000 рублей. Ну, я сразу перехожу к конкретным примерам. Не к себе, а к Мавроди. Мавроди, который миллиарды отнял у людей. Что с ним сделали? Ничего. Что? По сути, сделал ничего. Вот. Золотые слова. А вы мне рассказываете. Ничего. Но его как ничего. Вот судебные приставы. Раз, 1000 рублей. А он и 1000 рублей не отдает. Они еще 1000 рублей. Он не дает. Тогда судебные приставы взяли и его, они могут, если им не отдают, они могут принудительным работам до 15 дней. Мы все, этот Мавроди, у которого миллиарды, в 15 дней пошел сэкономить на еде. Побыл там 15 дней и вышел, и все. Дальше что? Вы уже применили? Что, за одно и то же нарушение будете два раза меня наказывать? Нехорошо. И все. В Мавроди гуляет на свободе. Правда, я хочу вам сказать, как все-таки человек, который кое в чем разбирается юридическом, я хочу сказать, что вот то, о чем про Мавроди никто не хочет сказать, а надо бы сказать, что вообще-то может быть возбуждено, и это судебные приставы могут возбудить уголовное дело в связи с невыполнением решения суда. И это дело, вот, за нарушение, за невыполнение решения суда уголовная ответственность. Ну вот, если вы так посмотрите средства массовой информации, никто бы об этом так и не говорил. Они хотят возиться. Вот у нашей газеты «Народная правда», где я главный редактор, был процесс против комитета по печати, который не выдавал нам документ о льготных условиях аренды. И мы выиграли там все судебные решения. А на этапе судебных приставов они не выполняли ни в какую. Ну, не выполняли. А если их пристав их наказывает, они судились с судебным приставом, дескать, он административные методы использует, то все нарушает. И довольно успешно, потому что пришел человек-юрист, оплачиваемый, который больше ничем не занимается, и против него судебный пристав стоит. Ну, кто выиграет? И они стали выигрывать. Короче говоря, мы начали заводить уголовное дело, и это уголовное дело так и не удалось нам в итоге завести. И так нам пришлось мирно расстаться. Потом мы просто из этого помещения ушли, поскольку и немыслимо уже стало платить, и все. Тем более, что были другие рычаги включены. Комитет включился еще по имуществу. И говорит, вас 9 миллионов тогда. Мы с них одно требуем, отец, у нас 9 миллионов. Пришлось нам взять, вооружиться еще одним депутатом законодательного собрания, сходить на прием и объяснить мне. Вот я объяснял председателю комитета по имуществу, что мы вам 9 миллионов не отдадим все равно. Давайте мирно все закончим наш спор.
и останемся друзьями. Он говорит, так это же городские деньги. Я говорю, это никакие не деньги. У нас, во-первых, их нет и не будет никогда. Во-вторых, соответственно, и у вас их нет и не будет никогда. Поэтому, а как это вот не будет? Да очень просто, говорю, если вы будете на этом настаивать, я вот закрою ООО, редакция газеты «Народная правда», где я директор. И все. Вы же знаете, как закрывается? Очень просто. Раз и закрыл, и все. И нет у нас. А раз нету, то ничего нет. Ни суда нет, ничего нет. Ну, один раз я вам объяснил, он все-таки говорит, ну, все-таки это деньги городские. Я еще раз говорю, ну, может, они и городские, то их нету и не будет. Еще раз объяснил, что самый лучший вариант вот такой. Ну, и на этом мы и порешили. Так, это, никаких нету тех 9 миллионов. Вот. Газету мы выпускаем теперь, не сидя, так сказать. Сейчас газету не проблема сверстать. Сел за компьютер, да и сверстал газету, правильно? В чем проблема-то? И послал по электронной почте газетный комплекс. А газетный комплекс теперь наш, филиал Ордена Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Вот я в самом конце написано. Изготовлено. Да, в филиале Санкт-Петербургский газетный комплекс ООО Орден Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Первая образцовая типография, Санкт-Петербург. Ленинский проспект, 139. Вчера. Мой заместитель туда и главный редактор. Заместитель по фонду, вице-президент фонда Герасимов и главный редактор этой газеты звонит, пересылает. Получили от нас материал? Говорит, получили. А чего у вас такая длинная витиеватая надпись? Он говорит, а чего у вас такая это длинная витиеватая у вас на официальном бланке и в счетах вот такая надпись? Ну, соответственно, мы и пишем. Так что мы работаем, печатаем в Москве. Ну, в Ленинградском филиале. Вот так это выглядит. Так вот, поэтому ваша гипотеза насчет того, что вы там будете подавать и прочее, говорит просто о том, что вы не читали Трудовой кодекс. А Трудовой кодекс в, там, в разделе о самозащите работников говорит очень просто. Если вам задерживают зарплату больше, чем на 15 дней. Можно ходить, но не работать. А? Можно ходить, но не работать. Нет, надо сначала написать бумажку начальству. Так вот просто вы пойдете, вас раз и уволят. За что? Чтобы вы не пришли на работу. Нет, так можно прийти, но ничего не делать. Значит, за невыполнение производственного задания вас уволят. Нет, это вот не по закону действует. Мы же должны с вами, мы же законники. Мы хоть и конфликтологи, и философы, как я вам объяснял, но мы не такие философы, которые не знают закона, а такие философы, которые законы знают. Мы законы знаем, чтобы знать, как их использовать. А не так, что нас с помощью этих законов будут использовать. Поэтому вы садитесь, отрываетесь от листочек своего блокнота, пишете, уважаемый там, если это я, ваш начальник, Михаил Васильевич. Сообщали, что я... Что? Приостанавливаю. Вот. Видите, золотые слова. Вот это теперь вот правильная ваша речь. Приостанавливаю свою работу до выплаты зарплаты. Объяснение не нужно к этому, потому что вы точно так же, если бы я к вам пришел и сказал, а что вы не работаете? Я говорю, да я вот хочу руки поднять, они не поднимаются. А почему не поднимаются? А потому что я не кушала. Так пойдите покушайте, да где денег нет. Я говорю, так... А вы говорите, а Михаил Ильич, дайте взаймы до зарплаты. Я и ушел. Надо так вот все-таки грамотно так, совсем не обязательно грустно, но грамотно это действовать. Это же конфликты. Их же надо вести очень красиво, а не просто так сейчас, я вот вам сейчас покажу. Ну что это за конфликт? Тут все очень мило улыбаются, тра-та-та. И вот вы написали мне бумажечку, еще соседку попросили, потому что лучше не в одиночку. С точки зрения юридической вы имеете право одна написать. Я говорю, ну хорошо, я буду теперь за вами внимательно следить, я вас за другую уволю. Понимаете, да? Поэтому лучше вот, а когда вы все напишете бумагу, ну вот вы, если все, все не придете ко мне на зачет, то кто будет виноват? Александр Иванович, а уже не вы. Так? Я вот вам обещал, тут говорят, вроде тут не здоровье было у людей, так я сходил к главному врачу, а главный врач у вас Александр Иванович, и уже как-то посещаемо сразу у нас выросла. А он и не должен ничего говорить. Вы должны сами все понимать. И все с пониманием. И просто народ сознательный у нас. Сознательный. Вот сознательный человек взял и пришел. Он сознал, что тут уже где-то надо меру знать. И... А то ведь у нас же ведь сами понимаете. Вы, конечно, можете доказывать, что я вам поставлю незачет. И вас отсюда отчислят. А вы скажете, я требую... Что? Чего вы требуете? Вы будете требовать комиссии. Комиссия соберется. Но как будет комиссия? Будет на вашей стороне или на моей? Формально она абсолютно независимая. Вот, то есть мои коллеги, формально независимые совершенно. Они говорят, давно надо, а болтусы эти, которые не ходят, да у меня, у нас таких же много, сейчас мы вам поможем. И вы еще потом,
И вас из этого университета, он государственный. Выкинут и все. Поэтому вот это говорит о вашей разумности и сознательности. Вы, так сказать, все это осознали и вовремя пришли. У нас тоже же есть тут какие-то конфликты, но мы их мирно разрешаем. У нас мирные стратегии, это как пишется. Мы сами и нарушаем, сами медиаторы, тут все у нас, все в одном плохом. Короче говоря, написали вы по закону, теперь вы должны выйти когда на работу? Нет. Когда вам бумажечка придет, письменно, от начальника, если ваш начальник, что, уважаемый, завтра вам будет выдана зарплата, завтра приходите на работу. А до этого хотите вы спите, хотите идите на другое место, работайте пока. Деньги получаете, за вами закреплено это место, никуда не девается. А они на блюдечке с золотой каемочкой должны вашу зарплату вам принести. И никаких судов не надо. А вот если они эту статью нарушили, вот тогда уже суд совсем о другом будет говорить, что они нарушили. Не просто вам зарплату не выплатили, они нарушили эту статью. Вот такая ситуация. Я хочу вам сказать, что, как правило, этого не знают. Иногда профсоюзные работники говорят, что делать, Михаил Васильевич, как что делать? Вы хоть читали кодекс? Нет, вот делайте и все. Когда эта статья появилась, старолебочникам, водителям не уплачивали в Ленинграде, они все раз и написали, раз и все мы выплатили, и все. Нет вопросов. Ну, не выйдет, троллейбусы не выйдут. Все выйдут, пошли домой. На законном основании. Так. Так вот, возвращаемся. Для того, чтобы я поднял такой вопрос, за что, так сказать, ну, вот вы будете скандалить по пустякам. Вот кто скандалист, кто скандалит по пустякам, скандалист. Если вы хотите иметь скандалистки, то и давайте, значит, вы скажете, что я не тут стоял, не то сказал, и начнете. Ну, вы что-нибудь серьезно против меня накопите, тогда уже давайте так по-крупному. А если вы по какой-то ерунде, вот чем отличается, например, упорный от упрямого? Упорный, он какой-то берет круглую, трудную задачу, и он ее решает настойчиво, несмотря на всякие препятствия. А упрямый чушь какую-то несет, и все, он на этом стоит, как дурак. Козел, говорят. Поэтому это разные вещи, упрямый и упорный. Так и здесь. Вы что хотите? Вы хотите их по-серьезному, за серьезное дело можно и принципиальный человек, это который, что? Который в серьезном вопросе не уступит, правильно, по принципиальному вопросу. А человек, который по какой-то ерунде начинает скандалить, ну это кто такой-то? Склочник. Тут склочники есть? Нет? Конфликтологи, это склочники. Их собрали в отдельную кафедру. Кафедра склочников, и они, значит, тут все это решают. Нет, конфликтологи как раз не склочники, они сразу, так сказать, отметают. Это вот давайте мы это оставим, что вам не нравится, какая у него прическа, на левый пробор или на правый пробор. А вот давайте вот по серьезным вопросам эти вопросы будем решать. Поэтому, прежде чем выступать с какими-то требованиями, сначала надо осознать, что вот надо что-то принципиальное, глубокое что-то создать и требовать вот комплексное решение всех своих проблем, комплексного, чтобы увидеть всю жизнь свою в разных аспектах. Мы вот посмотрели разные аспекты жизни, когда считали с вами нормальную зарплату. А в коллективном договоре это такой документ, в котором записано, расписано, какие будут условия жизни на этом предприятии. Коллективный договор – это что такое? Это такой документ, это локальный нормативный акт. Локальный нормативный. Нормативный акт – это что такое? Законный. Он действует не только по отношению к одному человеку, по одному человеку приказ можно сделать, а действует по отношению к целой группе людей, к целой группе граждан. И у нас есть нормативные акты разного уровня, там, начиная от Конституции, конституционных законов, потом федеральные законы, потом постановление правительства, перед этим указы президента, но они ниже законов федеральных. После этого распоряжения могут быть или постановления глав администрации, да, или правительств соответствующих субъектов и прочее. И, наконец, вот локальный нормативный акт – это приказы или коллективный договор. А коллективный договор – это документ, который принимается по согласию. Вот вы как конфликтологи и как раз и должны заниматься тем, чтобы достичь согласия между в этих трудовых конфликтах между работниками и работодателем. Заключается между работниками и работодателем. Работниками в лице кого?
Ну, в лице того, кому поручат работники. Если это больше профсоюз, в котором больше половины, то, значит, вот это тот самый профсоюз и будет, профсоюзная организация, предприятие. А если это работодатель, то это обычно генеральный директор, в лице генерального директора. А работодатель – это организация. Работодатель – это не дяденька, это не человек, это организация. Раньше в законе слова «работодатель» не было, а было просто администрация, было все просто и понятно. Потому что работодатель, на самом деле, это уже один способ разрешения, уже само это понятие, некоторый элемент разрешения конфликтов в пользу администрации, в пользу собственников. Вот представьте, я ваш работодатель. Да? Это значит, я вам работу даю. Так, я вам даю работу, то есть я ваш благодетель, правильно? А вы еще требуете от меня зарплату еще. Мало того, что я работал, а вы еще зарплату требуете. Ну, да что народ пошел какой, а? А раньше это называлось так. Это администрация. А работодатель, вот вы сядьте на такси, или на маршрутное, или на автобус. Вас везут? Везут. В чем состоит работа водителя? В том, что он вам дает свою работу непосредственно. Вы же не получаете никакие вещи, это не товары, а он прямо услуга у него. Он вас везет, и поэтому он работодатель, а вы работодатели. Согласны? Он работодатель. Поэтому он дает работу. На самом деле люди дают рабочие работу свою, дают или плоды своей работы. А те, кто называется работодателями, это работовзятелями является. Я у вас работовзятель. А вы говорите, вы у меня и работу взяли, и зарплату не платите. Видите, другая обстановка вопроса. Несколько другая. Поэтому, что нужно иметь в виду? Что вот заключается он между работодателем и работниками, но в лице какого-то органа со стороны работников, в лице, соответственно, какого-то человека, руководителя, представляющего интересы собственника. То есть от лица работодателя выступает обычно генеральный директор или директор. Вот в ОАО «Морпорт СПБ» название руководителя «управляющий директор». Это удивительное название, я себе не представляю. А что, может быть, не управляющие директоры? Вот я директор, но я не управляю. Идите туда, тем, кто управляет. Что это значит? Ну, так называется. И вот в этом документе надо всю жизнь предприятия, как вы ее себе представляете, во всех ее аспектах, начиная с труда. Но прежде, чтобы трудиться, вам надо, чтобы вам давали ритмичную работу. То есть сегодня дают, завтра не дают. Вы простаиваете. За простой какая плата? 2/3. Да, за вынужденный простой. Это еще если вам будут платить. Вы напишите, что вот вынужденный простой, и мы требуем, чтобы вам оплатили. А не напишите и сидите так. Вы сидите, вам хорошо, и нам еще хорошо, еще лучше. Поэтому ритмичная работа. Теперь оборудование вам какое нужно? Старое или новое? Новое. Так вы будете требовать нового или будете? Мы хотим улучшить условия труда. Не улучшите вы их условия труда, если у вас безобразное старье стоит на заводе. Не улучшите. Поэтому это мечты. Это пустой разговор. Если вы не потребовали в коллективном договоре поставить современную технику. А что такое современное? У вас была техника, которая предполагала от вас что-то знания и прочее. А сейчас поставили такую, что вы ничего не должны делать. Так. Вот я учился в школе с производственным обучением. И мы были, значит, 3 года, 2 дня в неделю ходили на завод. Почтовый ящик 936 за электросилой в Московском районе. Что он делает, нам никто не говорил. Секретно все. Все секретно. Но там была внутри свалка, и на этой свалке лежали выброшенные там циферблаты, на них написано «бомбосбрасыватели». Так что это все, ничего никто не знал, чего производится. Вот. Ну и разные работы. Например, я сначала мы были на сборке. На сборке там, это не как сейчас, когда самолеты падают. Раньше меньше падали, потому что была военная приемка, и если возьмут партию, проверят военный прием. Если один, найдут один прибор с дефектами, всю партию в брак. И, соответственно, все деньги вычитать у всех, кто этим занимался.
Всю. Не это только, не за это, а за всех. Потому что иначе так. Значит, вы делаете бракованное. За всеми, что туда не загоняешься. И вот мы тут должны были вот закручивать гаечки. А мы должны капельку закрутить гаечку. Капельку красной краски сверху, чтобы, так сказать, это зафиксировать. В соответствующем приборе поставить. Была производственная гимнастика, нам давали белые халаты, и вообще мы были вот как вот тот товарищ, который у нас в белом, белой рубашке сейчас. Так что мы с ним двое примерно так подготовили. У нас праздник, у всех остальных трудовой будет. А потом, значит, нас бросили в слесарный цех, и там меня, так сказать, учили, как это работать слесарем. Я понял, что для того, чтобы сделать ровную пластинку, нужно месяц работать. По крайней мере, мне. Я потом ее такой сделал, что она блестела. Знаете, пластинка, можно, чтобы лицо можно увидать. Но потом нас превратили в токаря, и в итоге я вышел токарь-часовщик на маленьком станочке. И я делал подшипники для магнитофона Астра и разные всякие шестеренки. Вот. И даже летом работал и зарабатывал себе для семьи деньги, как токарь. И у меня есть документ дома, токарь первого разряда. Если что, уйду в токаря. Так вот, девочки наши из нашего класса, они работали токарями-револьверщиками. Это страшное название, но означает это одно, что если есть универсальный токарный станок, там надо соображать. То есть вы должны наладить его, установить все, так сказать, и резец и прочее. А у токаря-револьверщика есть специальный человек, вот у вас как староста, он ходит и все устанавливает. А вам нужно, значит, вот так сделать и вот так. А еще у нас такая была Галя Леонова, у нее еще обруч такой был сюда. Она еще делала вот так, это так двигается суппорт, туда, сюда, туда, сюда. Так, вот, это, вот и в целую смену так, и вот ваша задача. Больше ничего. Поэтому новая техника может не улучшить условия труда, значительно ухудшить. Это надо предусмотреть, а какие-то компенсационные меры и прочее. Правильно? Новая техника. Дальше, говорит, грузили на тачках, возили. А теперь, говорит, у нас идет там лента, и с лентой все вот с вам сдувается, и вы, значит, должны это все нюхать, и в легкие вам это попадает. Так что не надо думать, что новая техника обязательно улучшает вашу жизнь. Новая техника обязательно повышает производительность труда, как правило, да? Но это вовсе не значит, что это так. Поэтому, если вы будете требовать условия труда и конфликтовать тогда, когда у вас уже станки установлены, ну, это все равно. Вот сейчас требовать, чтобы у нас были сейчас отечественные самолеты. Сейчас проснулись наши после этих всех падений и после того, как выяснилось, что многие, так сказать, самолеты старье набрали в огромном количестве. Сначала они полетают в Америке, потом продадут в Китай, там 15 лет в Китае полетают, потом наши до последнего эксплуатируют. Ил-96 принято решение. Снова будем производить в Воронеже. Ну, сколько вы его привезли? Мы уже купили американские самолеты. И мы уже купили аэробусы. Ну, и пока больше денег-то нету на это. Поэтому это все разговоры. Если деньги уже истрачены, если вы купили конфеты, то, значит, не купили котлеты. Если купили котлеты, то не купили конфеты. С вашей стипендией это очень понятно. А бюджет, который сейчас трещит, тоже понятно. Откуда миллиарды они возьмут на самолеты-то? На отечественные. Миллиарды нужны. И вопрос, куда они будут летать? Да это не вопрос. У нас страна большая, самая большая в мире. У нас куда летать есть. У нас была авиация, которая летала между городами. А теперь, чтобы полететь в Архангельск, надо полететь в Казань. Или в Москву. Оттуда уже. А между городами не летает. Я как-то собрался в Нижний Новгород, улечу, там с Ржевки у нас был аэродром, Ржевки для таких маленьких полетов. Раз и в Нижний Новгород. Один час. И там, нет, я должен теперь чуть ли не это, в 6 сесть, и утром только в 8 буду там, на поезде. И ничего другого. Или можешь через Москву, пожалуйста, через столицу нашей Родины. Аэродромов нет? А? Аэродромов где-то нет уже теперь, поэтому куда-нибудь летать. Ил-96... Так не будут летать, и не нужны аэродромы, они же зарастают. Нет проблем. Так и будет. А зачем тогда аэродромы? Я тоже считаю, что они тогда не нужны. Но везде есть это самое. У нас же маленькие были самолеты. Сел на маленький самолет, 12 человек. Не там, где 800 человек. Вот я летел на аэробусе в прошлом летом на Дальний Восток. 800 человек.
Думаю, что за очередь такая? Думаю, что тут 10 рейсов, это на наш самолет посадка. Там, значит, 4 кресла, потом проход, 4 кресла, проход, и еще 4 кресла. Фюзеляж. Вот думаю, и как раз такой и грохнулся на Украине. Вот я думаю, я как раз после этого летел, думаю, да, это будет здорово. Это столько вот, такая ширина, примерно как вот эта вот комната. Поэтому в коллективном договоре надо подумать, какие вы требуете, какую технику, да, какую организацию производства. А не просто обязательство. Мы обязаны работать, нам обязаны платить. Ну и что вы записали? Ничего вы не записали, ничего не говорит. Какая у вас должна быть техника безопасности? Правильно? Что, мало случаев у нас? У нас, знаете, сколько гибнет на производстве? Никто им 2 миллиона не дает. Вот здесь упали они, потому что летели. И потому что это шума много. А если без шума на производстве дают 2 миллиона? А миллион дают? Ну, шахтеры, если погибли в шахте, дают миллион? Нет? Ну, дают сколько-то, десятков тысяч родственникам, и все. А у нас тысячи погибают. Тысячи на производстве. А травм не с числа. Ну, кроме этого есть, скажем, тоже... Еврохим производит там новые какие-то виды продукции. Производит меланин. И при этом работница соприкасается с веществом, которое называется канцерогенным. То есть вы работаете, а потом у вас рак. Какая зарплата вам? Какую зарплату вы хотите? Да никакой мы не хотим за такую работу. То есть, если эта работа связана с тем, что вы долго не проживете. Скажем, у нас есть, например, вредные работы, которые оцениваются как вредные, и после этого значит, сокращается время выхода на пенсию. Например, 50 лет у литейщиков, 50 лет, в литейном цеху 50 лет. Это что значит? Что они потом это выйдут раньше и дольше живут? Нет, они на 10 лет раньше и умирают. У меня отец работал в литейном цеху. Вот он 50 лет вышел на пенсию, и через полмесяца я получил его первую половину месячной пенсии, на этом и все. И это не только мой отец, а и все остальные эти литейщики из литейного цеха. Вот у них такой вот и вышли на пенсию, и пенсии не надо и платить. Они самые экономные люди для нашего государства. Больше никто не может сэкономить так пенсию. Вот все это надо учесть. В коллективном договоре. И поэтому люди должны все аспекты взять. Вы решили спецодежду заказать. Вам надо такая, которая работать вам надо будет. А если она вот здесь жмет, там жмет, а вам надо целый день работать, значит, вам надо удобную спецодежду. Или если она у вас синтетическая, у вас от вас молнии будут идти, так, а она не будет там впитывать влагу и так далее. Вам нужно что? Вам нужно подумать, какая спецодежда, записать в коллективном договоре. Значит, как-то однажды во второй стивидорной компании был перерыв. Старый Энкл договор закончил свои действия, а другой начинал. Сразу же был издан приказ, то есть все вот спецодежды уже просто по приказу давали. Там, где была шерстяная одежда, а если вы представляете работу докеров на улице, в дождь, снег может идти, они все равно работают. Значит, если у вас шерстяная одежда, вы не заболеете, потому что мокрый шерстяной вы не заболеете. И в шерстяных носках, если вы собираетесь за грибами холодной осенью, оденьте шерстяные носки, и все будет в порядке. И не важно, что вы промокнете. Но если вы не в шерстяной одежде, а в брезентовой робе, то вы окоченеете и заболеете. Есть перерывы. Например, перерывы через, в зависимости от температуры расписано. Вот температура такая, столько минут перерыв, температура сякая, вот столько минут перерыв. А летом бывает 30 градусов жара, а в кабинах этих самых перегрузчиков все 40 и 45. И вот как-то я встречаю, мы как раз занимались коллективным договором на ЗАО ПКТ. Докеры выходят, такие у них глаза. Они говорят, невозможно работать. Я говорю, а вы перерывы делаете? Нет. А что не делать? У вас в коллективном договоре записано. Так мало того, что записано, еще не применяют. А кто нам должен заказ? Ну идите и делайте перерыв, раз записано в коллективном договоре. Это локально, нормативно, а как записано, так и действуйте. Короче говоря, в
коллективном договоре должно быть прописано. И какая система оплаты? Вот некоторые деятели, например, записывают, индексировать зарплату. Вот у этих товарищей, которые, о которых я говорю, у них эта ошибка была. Что значит индексировать зарплату? Что такое индексирование доходов? Увеличение соответствий там с инфляцией. Именно в соответствии с инфляцией. То есть, в соответствии, то есть сколько на тот же уровень повысить зарплату, доход, на какой выросло, на какой выросли цены. То есть на индекс инфляции. Повышение заработной платы номинальной на уровень инфляции. К чему это сводится? Целый год у вас эти денежки отбирали. Ну, раз зарплата фиксированная, или доходы, или стипендия, это все равно. Фиксированный доход, значит, а цены-то не фиксированные? Цены растут у нас или нет? Нет. Чего вы так вот киваете? Нет, я вам спрашиваю, я обязательно какую-то гадость хочу заготовить вам. Не растут они, их повышают. Видите разницу, нет? А что, видели, так смотришь на ценник, он... Нет, так не бывает. А говорят, это растут, у нас цены растут, стихийные бедствия. Повышают их. Кто их повышает? В соответствии с тем, что в свое время Джон Мейнард Кейн посоветовал в книге «Общая теория занятости, проценты и денег». «Знание силы». Я читал эту книгу, когда поступал на экономический факультет, в аспирантуру. В этой книге написано, что вы там бодаетесь со своими работниками на одном предприятии. Надо просто цены повышать, и все. Это как стихийные бедствия. У вас отбирает никто, и с кем конфликтовать собираетесь? Вроде как это на самом деле, что с ценами должно происходить? Что с ценами должно происходить в связи с ростом производительности труда? Падать должны, не падать, а их понижать должны. Падать они не будут. Вот как скажешь, надо правильно сказать. А потому что понять, значит выразить в понятиях, а истина – соответствие понятия объекту. Мы же истину хотим с вами добыть, истину. Бьемся за нее, вот по этому формулировке. Там. Поэтому я скажу, вот вы напишите ко мне на зачете, я начну все это зачеркивать и вам другую редакцию давать, отправлять вас подумать. А вы придете, опять подумайте, опять ко мне. И так мы с вами будем работать, пока вы не получите зачет. Сколько надо, столько и будем сидеть. Никуда не пойдем. Как только сформулируете хорошо, так вы уйдете. Сразу сформулируете, сразу вы уйдете. Это правильный же подход? То есть зачет – это проверка того, как это усвоено. И вот поэтому, как только вот был перерыв, сразу, значит, брезентовый, теперь, значит, плащ. Плащ может быть свой, то есть моя рабочая одежда висит. Я ушел домой, приду через сутки. Она высохла. Я пришел, одел свою сухую рабочую, мне удобно, и пошел. А может быть, плащ дежурный. Как вы думаете, что написали сразу в приказе, как только закончилось временно действие коллективного договора до вот начала следующего, там, какой-то месяц? Все, дежурный плащ. Выходили в нем, выходил весь мокрый, весь соленый. И я пришел, одеваться некуда, одел его и пошел. Рукавицы тоже знаете, что разные бывают. Есть такие рукавицы, что у них работать вообще невозможно. А есть такие, которых удобно. Поэтому профсоюз всегда сначала с профсоюзом согласовывается. Согласование записано. Вы как вот принятие локальных нормативных актов? Это главное достижение вот профсоюза докеров, что они сохранили согласование локальных нормативных актов, которые издает работодатель с работником. Это что значит? Вот я на вас посмотрел, и не понравилось, что вы как-то искоса вы на меня смотрите. Да? Раз вас и уволил. А тут вы приходите, а вы председатель правком, говорит, Михаил Васильевич, дорогой. У нас описано в коллективном договоре только по согласованию увольнять. А мы не согласовываем. Давайте бумажку, что вы хотите уволить. Я даю бумажку, вы не согласовываем. И все, она остается. Это сейчас мало где на каких предприятиях осталось. Мало где. Там осталось, там где записано в коллективном договоре. Почему? Вот это мы должны свойства коллективного договора запомнить. В коллективном договоре не может содержаться ничего, что хуже для работников, чем в законе. А все, что лучше для работников, может содержаться. То есть в коллективном договоре не могут содержаться положения, которые ухудшают положение работнику по сравнению с тем, что прописано законом. А те положения, которые улучшают положение работников по сравнению с тем, что прописано в законе, могут быть
Собственно, в этом и смысл коллективного договора. Если я ничего туда не вписываю такого, что улучшает положение по сравнению с законом, ну, я могу переписать из закона там, это будет памятка просто, из законодательных актов. Более того, если я вот перепишу без ссылки, без, вот всегда требуется у нас там в научных работах кавычки поставить там, да. Вот я если перепишу без ссылки, то в законе уже, закон может ухудшить условия, а в коллективном договоре останется. А вот если я поставлю там в кавычках, скажу, как написано в законе, ну раз в законе, будьте добры, и тогда ухудшится то, что в коллективном договоре. То есть коллективный договор – это же самостоятельный локальный нормативный акт, и весь смысл его в том, чтобы улучшить положение по сравнению. Насколько улучшить? Это дело вашей договоренности. Сколько у нас рабочая неделя в России? Вот вы. Скажите, пожалуйста, мне. Вы, наверное, изучали этот вопрос, и пока не изучили, не пришли. Значит, рабочий день, рабочая неделя какая у нас в России? А? Да это понятно, что сколько дней. Сколько часов? Что? А? Не слышу, громко. 12. Чего? 13 часов? 12 часов? Рабочая неделя. Хорошая у вас рабочая неделя. Мне нравится. Где такая работа найти? Комитет финансов. А? Комитет финансов. По 12 часов работаете? Хорошо у вас. А что у нас в кодексе написано? Трудовая. 8 часов. А? 8 часов. Да в неделю 8 часов. Что говорите? 9. Вот, говорите. А я вас про неделю. Я вам третий раз спрашиваю про неделю. Вы у вас. Ну, 40 часов. Что с вашими ушами стало за время отсутствия? Не, может, с моими ушами стало что-то? Не больше 40 часов. Не более, да, 40. А меньше можно? Да, пожалуйста, на здоровье. Никто ничего не запрещает. До 40 написано, до 40. Скажем, можно, а отпуск? В отпуск, скажем, написано, вот в отпуск, допустим, 20-30 дней календарно. Ну, если вы напишете в коллективном договоре 35, ваше дело. А если 40, ну, тоже ваше дело. И вы идите и проводите свои действия, договаривайтесь со своим работодателем, о чем договорились, то и записали. Поэтому хороший коллективный договор – это своего рода конституция предприятия. Конституция. Там вся расписана, вся жизнь. В том числе, а родители умрут, на погребение дает предприятие? Дает. Если записано в коллективном договоре. Если вообще будете кодекс читать, там написано, как отрегулировано в коллективном договоре. Так вот так, а если иное не указано в коллективном договоре. В коллективном договоре что хотите, указывайте. Но, разумеется, в проекте-то вы одно будете, надо, чтобы он был подписан двумя сторонами, тогда он будет только коллективным договором. А как, чтобы он подписать, как вы понимаете, так просто разговором делать не закончится. Нет, если какой-нибудь дрянной такой, дряненький коллективный договор, то запросто я подпишу, как только вы принесете, скажу, ой, какой хороший договор, подпишу. А если вы там такой, я говорю, да вы что, очумели? Да у нас таких денег никогда нет. Но после того, как вы немножко так поспорили не языком, а теми коллективными действиями, которые вот похожи на то, что сейчас мы наблюдаем, вот он принимается. И тогда жизнь становится другой. Например, какая у нас медицина? Платная. Вот зубы заболели, человек пошел, платно поликлинику пошел, квитанцию ему, по коллективному договору платили. Ну а дальше, вот написать-то это, как вы думаете, Маркс и Энгельс так писали, что прямо двумя ручками так сразу писали, да? Или они все-таки один писал, а потом другой редактировал, потом или другой писал, первый редактировал. Ну вот кто написал проект коммунистического манифеста, как думаете? Кто? Энгельс. Вы тут должны знать. Ну, что? Что, я зря к вам обращаюсь? Не скажете? Или вам сказали не говорить? Думаю, ну, допустим. Ну, кто написал? Энгельс. Энгельс, да. Вот видите, я же не случайно к вам обратился. Я чувствовал, что вы правильно делаете ответ. Энгельс написал документ, называется «Принципы коммунизма». А потом они вместе доработали его, и получился коммунистический манифест. Поэтому дорабатывать там придется, народу много будет. И работодатель включится в доработку, но кто-то должен же написать документ, да? Вот. Вот напишите проект коллективного договора кто-нибудь, кто напишет, несет мне, я ставлю зачет. Проект, человек разработал проект коллективного договора. Даже неприлично мне не поставить зачет, правильно? Да.
Вот вы пришли, Михаил Васильевич, поставите зачет или нет? Я говорю, ну, я бы, конечно, вам не поставил, но извините, не могу. Надо ведь как поставить? Вы же конфликтолог. Поставить надо другую сторону в такое положение, что она вот если не идет вам навстречу, она в каком-то дурацком положении. Вы скажете, ничего себе, понимаешь, агитировал там, друзья. Вот ему принесли их проект. Он говорит, давайте я это вопрос дам на зачете будете. Ну, скажет, ну, Михаил Васильевич, мы-то про вас что думали, а вы кто? Да. Вы должны найти такой проект, который вы могли бы принять, да? Вы должны найти такой проект, который, такой, который опирается на то, что на лучшие достижения, какие есть в коллективных договорах, поэтому который можно принять. Не такой, который опирается на мечту. Потому что, скажем, я вот вам говорил, что дальневосточные доки разложили в свой коллективный дальневосточного порта. Доложили, это у них есть в проекте, что ежегодно повышается номинальная зарплата всем работникам. Это то, что она по-другому там повышается, отдельно там и прочее, а вот прямо, так сказать, их тарифы или оклады на индекс инфляции плюс 5%. А индексация, как некоторые пишут, это дрянь. Потому что если вы приходите ко мне спорить по поводу индексации, потребовали повысить зарплату на индекс роста цен, да? Мы проводим переговоры. Но переговоры, вы же понимаете, что нужно кончить компромиссом? Или вы бескомпромиссно заняли позицию? Нет, компромиссно. Значит, будет меньше, чем индекс инфляции, правильно? Итог. Ну, наши, это как вот нас медиаторы учат, дескать, ну, давайте вот середину найдем. Вот у нас сейчас 14% инфляции. Может, она к концу года будет уже 17. Ну, пусть 14 останется. Сейчас вот прям не будут повышать. Вот после нашей вот занятий сегодняшнего повышать никто не будет. И будет только 14. И вот мы с вами конфликт будем разрешать. И раз на 7%. Хорошо? Сколько? На 8. Ладно, пойду на уступ. Ну что, 9? Ну, не надо наглеть. 10. На 10 остановились. Значит, раз и на 10. Значит, выходит так. У вас в течение этого года заработная плата, реальное ее содержание упало, уровень реального содержания зарплаты упал на 14%, а вы зарплату вернете, повысите на уровень прошлого года минус 4%. Понимаете? То есть вы даже не дотягивать будете до уровня прошлого года. То есть хуже, чем в прошлом году. А в следующем году точно так же хуже, чем в этом. И все хуже, и хуже, и хуже. Сильный у вас профсоюз. Сильный. Вы здорово защищаете интересы работников. Я с вашим профсоюзом дружу. Я вам премию даже выпишу. Вы очень хорошо так контактный человек. Все понимаете. С вами легко найти общий язык, договориться. Вот так. Понятно, да? Поэтому вот надо с этими товарищами, у нас тоже был разговор в среду. Я говорю, ну что вы опять про эту индексацию завели? Ну, индексация это вы, если вы показать свою слабость, если вы идете с требованием индексации, значит, это кончается тем, что, дескать, мы не просим то, что у нас отняли вот в течение года. Вот у вас вот такой график был, жизненный уровень в течение года. Вот этот вот треугольник, чтобы его посчитать, нужно посчитать площадь прямоугольника, то есть умножить зарплату на вот эту самую величину, на величину снижения или на величину повышения цен. А потом разделить пополам, потому что треугольник. У вас не сразу же накопилась инфляция. Она же так получается с начала года 0, а потом до 14. Вам никто не собирается это отдавать, если вы потребовали индексации. У вас просто вернут. Мы начнем сначала. Только начнем не с уровня, который был, а ниже. А в следующем году еще ниже. Ну, это... И получится так, как вот экономисты поздравляют с Новым годом. Знаете, как они поздравляют? В новом году мы будем жить лучше, чем через год. Вот так. Это в соответствии с тем, что цены растут. Итак, вам нужен коллективный договор, в котором была вся жизнь прописана. И зарплата, и премии, и в случае, если у вас травма или болезнь. Ну, по закону вы должны получить столько. А если вы запишете коллективный договор, то в два раза больше, чем столько.
Но если у вас отпуск, то может быть больше. Вот у докеров было, пока они не расторговали это. Решили, что давайте мы на зарплату сменяем. И предложил администратор, давайте, говорит, вам зарплату больше, а отпуск ваш уберем. И они согласились. Я говорю, что вы делаете-то? Сидели бы на своем отпуске и шли бы, зарабатывали, если вам деньги нужны. Потому что вам платили. А теперь вы, оп, а инфляция раз и съела их повышение зарплаты. И ничего, они просто свелось к тому, что у них отняли эти дни. То есть думайте. Вот поэтому коллективный договор – это плод обдумывания большой. Я вот под ответственность старосты на ознакомление дам вам вот этот экземпляр. А он, этот экземпляр еще и крупным шрифтом напечатан, с учетом того, чтобы рабочие, обыкновенные рабочие, в любое время, когда плохая освещенность, могли прочитать. И он устроен так, в нем есть основной текст, вот по нему договорились, а потом приложение по раскреплению груза, по зарплате, по тому, по сему. И все это сведено в один том. И этот том, когда издал профсоюз, выдал каждому работнику, каждому. Не так, как у председателя профкома и генерального директора, а это тайна сия. Глубокая, никто не узнает, что с коллективным договором. Выдали каждому, и каждый, может, не каждый читал, но никто не может сказать, что я не знаю. Это очень важный был шаг, потому что в коллективных действиях по защите этого проекта кто будет участвовать? Все. А как читать, уже не все. А как, может быть, так? Так надо, значит. И проект выдавался сначала каждому, и тогда на него докеры и выступали. То есть вот это вот, братья, это вам на время до следующей недели. Можете все посмотреть. А я попытаюсь, может быть, в следующей неделе найти экземпляры в другом издании, более простом, которые, это вот тут пусть вас не смущает, до 2014 года, потому что в 2014 году продлен этот договор на очередные 3 года. Так что это действующий современный договор. Но вот здесь, в этой компании, идет война по существу за те условия, которые были. А вообще, чтобы сохранить какие-то условия, воевать нужно за эти условия или за большие? За большие. Вот. А если будешь только воевать за то, чтобы сохранить, тогда будешь воевать за то, чтобы хоть что-то из этого сохранить. Вот чем закончится конфликт или спор. Правильно? Поэтому вот кто такие конфликтологи? Они знают, как правильно поставить вопрос. Потому что как вопрос поставишь, так и получишь. Вот Виктор Георгиевич Долгов, который надо был первым проректором и был у нас до этого главным редактором газеты «Народная правда». Он был командиром отряда строительного в студенческие годы. И вот, говорит, послал за входа купить арбуз. Тот приходит, говорит, не продал мне. А как ты спрашивал? Говорит, не продадите арбуз? Он говорит, не продам. И он ушел. Дурак, вот пошел сам, командир отряда. Продадите арбуз? Продам. Ну так надо правильно поставить вопрос. Правильно? Вот конфликтолога надо звание выше поднимать, значение. Он должен правильно все сформулировать. То есть он за счет чего он конфликты разрешает? За счет искусства. То есть конфликтология это не только наука, но и искусство. А искусство... А почему, говорит, у вас получилось? Шибко умный был. Понятно? То есть конфликтолог будет шибко умный, тогда он это решит, проблему может решить. А если он не будет думать, придумывать, а будет вот написано в законе, вот я читаю иногда, пишут на зачет, мне такое не пишите, из закона переписывать. Это в законе написано. Как использовать это, то, что написано в законе? Вот вопрос. Мало ли что, записано в законе, это вот человек вот взял, прочитал. Так это я и сам могу прочитать. Вот когда вы будете мне писать на зачете твои листочки, там не должно быть просто переписывание закона. Что делать? Что вы советуете делать всех вот людям на этих условиях при наличии таких законов? Может, в том числе и закон надо поменять. У нас ведь много меняется. И строй можно поменять. Все бывает. Чего только не бывает. Была он феодальная Франция, стала буржуазная Франция. Была социалистическая Россия, стала не буржуазная Россия. Меняется в лучшую или в худшую сторону. Это обычное дело. Мы же понимаем, что мы находимся в обществе. В обществе грядут всякие изменения.
Вопросы есть ко мне? Нету. Это я не отношу насчет того, что вы не понимаете. Отнесу на то, что вы все поняли. Спасибо большое. До свидания.